этим умы. Встречайте, Ольга Олейникова. Я бы не вышел. Ольга Олейникова! Это не я просто. Добрый вечер. Land of dreams, you never know how
Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Как здорово, что все мы здесь сегодня, нам, да, и так далее. Митя. First you say you will, and then you won't, and then you say you do, and then you don't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now we wanna play, and then it's new, and you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? So don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do?
Вот эти вещи я помнил, какая за какой. У нас на самом деле, вот у вас сейчас первый наш концерт, а у нас второй. Потому что первый был при составлении программы. У нас получилось, что мы программу составляли в реальном времени. Ну, практически, да. Вот у нас как бы у нас обычно два концерта в день. Придумали песенку, прошло 4 минуты, придумали другую. Это так. Так какая следующая? Я к чему? Не твое дело, Коля. У тебя день рождения был недавно. Думай не об этом. Так, как было приятно. Спасибо, друзья. Ну что, правда, не об этом даже. Да, спасибо большое. Сейчас как раз про небритых мужчин. А, про небритых, да. Песня «Чик-ту-чик» называется. Thank you.
А «Друзья» будет сейчас произведение, я много раз на самом деле о нем рассказывал, расскажу, наверное, еще. Это песня очень драматического свойства. Я о той песне расскажу. Песня очень драматическая, что там происходят чудовищные вещи, на самом деле, в процессе этой песни. Молодой человек лирической героини, значит, потребляет всяческие спиртные напитки в организм, всячески позволяет себе излишества помимо брака. Ну, не брака, ну, в общем, что это такое, я не знаю, хорошее дело, да, браком назову. А рукоприкладство позволяет себе, вот, но она все равно его любит. Вот такая вот песня. «Приду домой, перечитаю текст». Я там ничего этого не заметила, кроме того, что она безумно его любит. Все равно. Слова, да.
Песня для папы, друзья. Thank you.
Илья Зырянов. С непроизносимым названием. From the sky, the dearest.
Олейникова.
Николай Топкин, Ольга Олейникова, 26 герц и Вероника Коновалова, директор. Она где-то сзади. Сзади вас, обернитесь. Да-да, и проводят всех на сайт. А, друзья мои, на этой оптимистической ноте позвольте объявить антракт.
А сыграй оптимистическую ноту. Вот самая вот у тебя любимая, самая не та, самая оптимистическая. Антракт. Друзья, встречайте, Ольга Олейникова! Любимая песня.
Porta cazzone tu lo stemma reno, una cupolella pari per altaro, passa champagne per tu nero, come mi ha fatto guarda. Tu palo americano, 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 sienta me che lo papà, tu mi vive l'era mora, ma se vedi whisky store. Спасибо, друзья. Следующее произведение, по-моему, вальс. Если я ничего не путаю. Ничего не путаю? Я ничего не путаю. Вальс, действительно. Say, simply remember my favorite things.
the curtains on the wall, the windows, brown paper packages tied on the strings.
Спасибо большое, друзья. Очень опасное, да, произведение сейчас прозвучит. Ну или не очень. Да, в общем, это такая, да, инструкция об обременении жизни. В нем рассказывается, что делать, когда любовь приходит. В общем, рассказывается о том, собственно, что ничего. Ничего не сделаешь с этим, да. Вот. Зато там много интересной информации, что делать в других случаях. Илья Зарядов. Thank you.
gotta live. Come slow, nothing can be done. There is a fire, then you know just what to do. Blows a tire, you can buy another shoe. Come slow, nothing can be done. Don't try hiding. Start sliding when your heart turns on the tune. Comes a headache, you gotta lose it any day. Comes a toothache, see you dentist right away. Comes love, you know, honey, nothing can be done.
Илья Зырянов. Comes the summer, you can hide behind the door. Comes the nothing, nothing can be done. Comes the lizards, you can guarantee the room. Comes the mouse, you can chase it with the broom. Comes и чё? Собственно, после предыдущей, это самое то. Comes love, и чё? Сейчас, сейчас мы всё узнаем. Thank you.
Лёва дождался той самой ноты. Thank you.
Oh!
Ольга Олейникова! И ее пушистые друзья. Олейники. Ольга Олейникова и ее олейни. В общем, друзья, что-то я затянул, да? Я хотел сказать, как и все, надеюсь, хорошее, наш концерт начинает... Что ты делаешь, зараза? В общем, начинает заканчиваться. А вот, если можно так сказать. Что-то зря я, да, вот это все затеял? Ой, сами шутим, сами смеемся. Так и живем. В общем, 26 Гц это. Если... А именно, в Ановляне барабаны. Нет, я подождите. Я же говорю. В Ановляне барабаны. Павел Корчагин, бас! Илья Зырянов, гитара! Сергей Шитов, кларнет! Николай Топкин, фагот! И Ольга Олейникова!
to town. That it's all that you should know. Cool, baby, take it slow. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Директор. Группа 26 Герц.
Большое спасибо, друзья. На этом. Ну почти. Зачем? Что? Ну почти. Ну почти, опять же. Не совсем герои, но почти. Другого характера. Shades of
Ольга Оленько. А также Сергей Шитер. Николай Добкин. Илья Зарядов. Павел Крачанин. Манова Лиане. Георгия Коновалова. Алексей Белов и клуб Алексея Козлова. 26 лет. Берегите друг друга, будьте здоровы! Спасибо, друзья, мы любим вас очень. Пока-пока.